Она пишется через «э» с двумя «с». Тесла. Фамилию я поменял 3 года назад. Настоящая моя фамилия Петров. Да. Фамилию я поменял из нескольких соображений. Во-первых, потому что, как мне говорили многие друзья и знакомые продюсеры, кастинг-директора, режиссеры, почему, Сережа, ты Петров? Твое лицо совершенно не соответствует фамилии Петров. И каждый раз, когда я, особенно когда был совсем молодым, когда только начинал, когда меня еще никто абсолютно из кастинг-директоров, никто не знал, все первые слова были, придя на кастинг, после слова «здравствуйте», говорили: «Молодой человек, а вы русский?» Мне всегда очень долго приходилось объяснять, что кровь у меня абсолютно русская, во мне нет ничего от каких-то других народностей, я абсолютно русский. Это была, наверное, одна из основных причин. Во-вторых, в какой-то момент после окончания Санкт-Петербургской государственной театральной академии был какой-то, наверное, у меня и такой творческий застой или что-то из каких-то соображений, то, что это, может быть, как-то и меня подстегнет, то, что я что-то поменяю в себе, поменяю, опять же, просто фамилию, может быть, что-то изменится. Действительно, это как-то, может быть, это мое внушение самому себе, но это дало определенные плоды, дало толчок какой-то для продолжения творчества. Вот а эта фамилия что-то означает? На чужеродном языке? Нет, она... Эта фамилия вообще, как бы, я ее немножечко переделал, очень глубоко-глубоко в наших корнях, в нашей семье была фамилия Теслер. Она была через «Е», со мной «С», это еврейско-немецкая фамилия. Почему именно она? Я могу сказать, что просто мне она понравилась, как она звучит. В ней очень много гласных, какая-то такая сильная фамилия. Поэтому я решил ее взять. Но генетически это немножко отразилось, фамилия это у вас, Теслер. Ну, я не думаю, что через столько поколений это бывает. Ну, может быть, может быть. Есть в Москве, то есть как бы основной штаб, скажем так, у нас в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Ростове, в Орле. И сейчас еще, может быть, в Томске появится тоже. Ну да. Но до этого вы работали в экспериментальном кукольном театре? Да, в Санкт-Петербурге. Это вообще вот помогает в актерской карьере или нет? Что именно, клоунада? Клоунады и кукольно-драматический театр. Ну, в кукольно-драматическом я недолго работала, и там в основном были драматические роли, не кукольные. А потом я начала заниматься вот очень плотно, скажем так, клоунадой. А мы и спектакли играем, детские, клоунские, но в основном мы играем в больницах, в домах-интернатах. А также мы играем в детских домах. Но в основном все спектакли рассчитаны именно на, скажем так, особенных детей, которым нужен именно особый подход. А вы поете? Пою. Музыкальными инструментами? Музыкальными. Я играю на расческе, если это можно назвать музыкальным инструментом. Добрый вечер. И как мы поняли, ваш ребеночек уже стал, играл, да, в этом вот фильме? Нет, детей пока нет. По фильму вашему? По фильму. Что и по жизни это ваш. У нас там было 3 детей, и мы поэтому искали. Вы говорите, мой ребеночек как раз играл. Я решила, что и по фильму, и по жизни ваш. Пока нет. А у вас есть театральные роли, помимо вот этой больничной клоунады, какие-то? Сейчас нет.